Ни минуты, ни медля я посадил на землю один из таких бобов, и он тот же начал расти и полез по стеблю вверх. Через час я очутился на луне. Я в ужасе даже не успел сделать выстрел и попытался спастись бегством, и, закрыв глаза, приготовился к неминуемой гибели. Этот огромный кит длиной в полмили схватил зубами наш якорь и стал таскать нас по всему океану. По пути в Константинополь я встретил охотника, который мог попасть в воробья на крыше в другом городе, и скорохода, который бегал быстрее ветра. Я взял обоих к себе на службу. Тот выстрелил и сбил желудь, который упал точно на нос спящему лентяю. Схватив себя за косичку парика, я изо всех сил дернул вверх. Без большого труда вытащил из болота и себя, и своего коня, которого крепко сжал обеими ногами. Утки взлетели на воздух и подняли меня к облакам. Другой на моем бы месте растерялся, но я человек храбрый и находчивый.